Давайте кофейку выпьем, дорогие мои. Да? С мороженым. По заявкам неравнодушных зрителей говорят, что-то ты без мороженого пьешь свой кофе. Аж даже как-то взгрустнулась. Не грустите, мои хорошие. И для вас, и для себя сегодня сделаю это. Красотенцы. Просыпайтесь, друзья мои. Давайте выпьем кофе. Нас ждут великие дела. Одно из великих дел, это сегодня будем готовить с вами торт медовик. Ну, естественно, это будет в прямом эфире в YouTube. К сожалению, у меня в Инстаграме до сих пор закрыты прямые эфиры. Не могу понять, почему. Ну, в общем-то, вот так. В Ютубе будем готовить медовичок. Ну, а сейчас сначала кофеек. Ой, какая красота. Сама себе завидую. Все до последней капли. Вот и лето прошло. Словно и не бывало. И здесь капелька. Суп еще есть. Я, наверное, супом пообедаю, потом буду что-то готовить. Будем все доедать. Вчера ничего не ели, молодцы. Сегодня будем доедать. Ой, горячо. Вкусно. Пойдемте завтракать. Завтракать кофе пить.